Ежегодно Международный день недоношенного ребенка отмечают 17 ноября. По всему миру работает большое количество перинатальных центров. Благодаря созданным условиям и новым технологиям, особенным детям дают шанс выжить и вырасти здоровыми. Это такие же хорошие, полноценные детки, и они приносят счастье своим родителям. И поэтому вот этому дню приурочено достижение медицины всего мира, того, что мы дали возможность жить еще большому количеству детей и получить счастье семьям. В этот день в Центральной библиотеке города Видное чествовали выпускников перинатального центра, которым исполнилось 3 года. Детям, родителям, бабушкам и дедушкам вручили памятные подарки, а также поздравили их веселыми музыкальными номерами. Многие родители недоношенных детей испытывают страх перед будущим их ребенка. Но в наше время медицина доказала, что не стоит паниковать, а нужно просто иметь терпение. Он немного раньше захотел увидеть этот мир. Он такой же, как и все. Я думаю, что у таких детей все замечательно. В наше время у них есть все шансы быть лучшими. Такого же мнения и Алена Богинская. Ее долгожданная дочка родилась раньше положенного срока, и весила она меньше 1 килограмма. Но благодаря медицине маленькая Настенька подросла и развивается, как и все здоровые дети. Мой ребенок самый лучший, мой ребенок самый умный, самый красивый. И я благодарна, что она у меня есть, благодарна врачам, что вот так вот выходили ее, потом я ее растила, и вот получилось то, что получилось. Она абсолютно такая же, как и все. Просто немножко терпения, еще больше любви, еще больше заботы и все. Недоношенность – это вовсе не приговор. В окружении семьи и особого внимания такой малыш впоследствии станет обычным ребенком. Стоит лишь уделить ему больше любви и заботы. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.